бы порекомендовала своим друзьям, потому что смарт-курс как бы помогает раскрыться, получше узнать себя, что тебе нравится. И это как бы большой плюс, ты сможешь узнать себя получше и работать над своими ошибками, и найти как бы себя, что тебе нравится, и работать с этим. Ну, больше всего мне нравилось скайп с наставником. Я постоянно очень ждала понедельника и четверга, потому что это очень-очень интересно — выполнять задания, потом делиться с наставником этим и разбирать эти упражнения. Вот. Но это для меня было очень ценным, это очень интересно, потому что... Наверное, шаг четвертый — выбери. Там уже как бы у меня осталось 3 профессии, и надо было выбрать одну, и вот тогда я как раз и сделала выбор свой на 4-м шаге. Больше всего из всех упражнений мне запомнилось 4 секунды. Это мое любимое упражнение. До того, как я не знала про 4 секунды, то есть мне было довольно-таки сложно. То есть, допустим, на контрольной ты очень нервничаешь и не можешь собраться, а 4 секунды как раз дается на то, чтобы ты вдохнул и выдохнул. И вот, допустим, та же контрольная, когда ты пишешь контрольную, чтобы расслабиться и собраться, ты вот как раз 4 секунды вдыхаешь, выдыхаешь и собираешься с мыслями, и все получается. И я в любой непонятной ситуации, 4 секунды у меня было. Там сложно какое-то, или когда я нервничала, или еще что-то, я всегда вот так. Ну, хочу сказать спасибо всему смарт-курсу, потому что 5 недель, вот эти 2 дня были очень здоровскими. Маша вообще большая молодец, она как-то... Я не знаю, как тут все так находят подход, и все друг другу нравятся, все такие хорошие. Я даже не ожидала, что тут будут настолько прям классные люди. Нет, я думала, что тут будут классные люди, но прям вот чтоб такие. И так тут приятно находиться. Я прям так, когда были 2 дня, и после 5 недель, когда сюда шла, я так... радовалась, потому что так здорово здесь находиться, такая атмосфера уютная. Вот. С Ваней мне тоже понравилось очень работать. Он как человек тоже классный очень. Ну, тут вообще все классные. И не только Ваня, думаю, классный. У всех наставники были очень хорошие, потому что в конце 5 недель все говорили: ой, у меня был такой классный наставник, и каждый выражал благодарность своему наставнику.